Всем здравствуйте, с вами компания Лесобаза РФ, меня зовут Сергей, и сегодня мы поговорим вот на такую тему. Как мы достигли эталонного качества крашеных пиломатериалов? В 2019 году мы наблюдали рост спроса на готовые крашеные изделия: вагонку, доску пола, имитацию бруса, планкена и блокхауса. Как заказчики, так и производители работ окончательно осознали, как же это удобно приобрести готовые к монтажу изделия. И действительно, покраска в цехе гарантирует вам ряд преимуществ. Это покрашенные шипы изделий, отсутствие грязи на объекте, более сжатые сроки монтажных работ. Покрасочных цехов в Москве и Санкт-Петербурге открылось немало. Рынок переполнен предложениями. Как же при таком разнообразии не ошибиться и выбрать подрядчика, который действительно умеет красить доску? Казалось бы, ну что тут сложного? Бери и крась. Покрасить просто. Покрасить качественно непросто. И если вы когда-нибудь пробовали самостоятельно сделать выкрас и покрасить несколько квадратных метров, то вы точно знакомы с такими понятиями, как пятнистость доски после покраски, колючий вздыбленный ворс, шершавость после финишного слоя ЛКМ и проступание сучков и смоляков из-под слоя ЛКМ. В 2019 году мы запустили новую линейку, которая дополнила и расширила нашу знаменитую патинированную линейку интерьерной и экстерьерной доски «Зимняя сказка». Единственным недостатком нашей зимней сказки это была шершавость поверхности доски. И поверьте, очень непросто сделать идеально гладко брошированную древесину. Проверить легко, просто проведите рукой по состаренной доске наших конкурентов. Итак, новая линейка интерьерной и экстерьерной доски «Зимняя сказка». Вариант «Комфорт» вышла в самом эталонном качестве. На ее создание у наших технологов и маляров ушло немало сил и времени. Посмотрите, какая красивая, слегка глянцевая, идеально отполированная поверхность. Если эту схему применить для древесины с сучком, то, как видите, пороки древесины превращаются в ее достоинство. Еще преимущество данной схемы. Если классическую зимнюю сказку можно было применить только для интерьеров, то вариант «Комфорт» прекрасно подходит для фасадов. Для нас очень важно, чтобы наша продукция была доступна для всех. Новая линейка не исключение. Несмотря на более сложную схему покраски и использование специальных атмосферостойких материалов, зимняя сказка «Комфорт» остается недорогой и доступной, как и предыдущая линейка. Еще одно преимущество зимней сказки «Комфорт» – в стоимость уже включена обработка тыльной стороны панелей. Их не поведет, они сохранят свою геометрию. Наша компания прошла этот путь с самого начала. Мы начинали параллельно с такими организациями, как Tom Sawyer и Only Wood. И вместе мы были первопроходцами в сфере покраски пиломатериалов. Многолетний путь показал, что качество – это результат усилий множества людей. Менеджеров, которые правильно информируют заказчиков, технологов, которые следят за процессом, маляров, которые сегодня с ростом спроса на патину и старину все больше становятся декораторами. Интерьерная и экстерьерная доска «Комфорт» – это высшее звено эволюции покрасочного производства. Схема покраски, которая не может разочаровать самого требовательного заказчика.